75-летие Победы – дата великая. И особенно важно, чтобы о ней помнили современные поколения. И сегодня в средней школе номер 33 ребята из Белорусского республиканского союза молодежи, а также пионеры закладывают капсулу времени. Это своего рода наказ будущим поколениям о том, как важно любить свою родину и помнить о подвиге, который совершили те, благодаря кому сегодня у нас мирное небо над головой. В рамках акции «Часы обратного отсчета. 75 шагов до победы». И сегодня мы станем свидетелями грандиозного события в истории нашей школы – закладки капсулы времени, которая будет вскрыта в день столетия Великой Победы. Актив 5 и члены общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» за мира и добра учащимся 2045 года. Я хочу вам пожелать сегодня, чтобы этот день, 20 марта 2020 года, навсегда остался у вас в памяти. И через 25 лет вы прочитали свое послание. Милосердие, рабышка Кири. И члену Белорусского республиканского союза молодежи Рудковскому Алексею. Потомкам заложено 20 марта 2020 года. Ваши аплодисменты!